Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Совсем недавно показывала вам сбор острого домашнего перца и делала обзоры этих сортов. Итак, повторю быстренько. Вот этот вот сорт Феникс. Это все домашние сорта острые, которые растут и на улице, и дома. Скоро буду выращивать дома на окошке. Увидите, как это интересно и красиво. Вот это оконно-балконный. Он растет вот такими метелками. Так вот их срываешь. Очень острые, красивые, яркие, необычные сорта. Вот это вот хабанеро шоколадный. Тоже уже несколько раз показывала. Недавно собирала семена с него. В Инстаграме, в Одноклассниках делюсь. Я, кстати, вот этими всеми семенами я делюсь в Одноклассниках. О чем сейчас рассказываю. Вот здесь вот три цвета, желтый, оранжевый и красный, перец сомбреро. Условно, потому что когда покупала его в горшочках в магазине, там было написано сомбреро. Поэтому что это за сорт, я не знаю, а только могу сказать то, что было написано на горшочке. Условно называю его сомбреро. Очень такой мини-отюрный кустик, красивый. Ну, все эти обзоры есть на моем канале в прошлые годы и в этом году. А сегодня хочу показать вам новый сорт, который в этом году у меня вырос. Называется перец кустарниковые шары. Это для улицы. Средне-ранний, 115 дней. Необычайно красивый, обильно плодоносящий. Плоды многочисленные, округлые, направленные вверх. 15 грамм, в диаметре 3,5 сантиметра. Сначала зеленые, темно-зеленые, затем темно-красные. Вот так вот он выглядит на картинке, наверное, при идеальных условиях. А вот так вот выглядит у меня. Это мы убираем огород. Так, покажу вам спелый плод. Срываю. И сравниваем с картинкой. Вот такие вот красивые шары. Именно так и называется этот сорт от сеток. Теперь он и у меня. Тоже буду делиться семенами. Тоже острый это перец. Красивый. Посмотрите, как много там завязалось плодов на нем. Естественно, он дозреть на улице уже не успеет. Я его сорву вместе с корнями и подвешу в темном помещении. Он будет у меня дозариваться на веточках, о чем расскажу далее и подробно. Итак, этот сорт. Ой, падают высокие. Это примерно 60 сантиметров. Вот такие вот шары. Это острый перец. Сначала темно-зеленый, затем темно-красный. Естественно, любые действия с острым перцем нужно делать в перчатках, потому что потом проникает и в кожу, можно задеть глаза. Всего два кустика посадила, потому что очень большой объем, как вы знаете. Очень такой довольно-таки высокий. Примерно, правда, 70 сантиметров получился. Вот такие вот шары. Называется этот сорт. Перец кустарниковые шары. Для уличного выращивания. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!